Друзья, уверена, многие из вас волновались, как себя чувствует Патрик. И что же и когда будет операция. Друзья, операцию провели. Операция была сегодня. Длилась она долго. Перелом застарелый и тяжелый. Поставили мальчику пластину. Снимки перед вами. Мальчика уже привезли домой. Ребят, сейчас за ребенком будет уход. Хороший, по возможности, как вы знаете. Мы делаем все и делаем добросовестно. От вас же, ребята, нужна будет ваша помощь. Ваша помощь, потому что Патрику предстоит еще одна операция через месяц-полтора. Будет еще дополнительный осмотр, будут дополнительные снимки. И операция ему предстоит по удалению пластины, когда кость срастется. Поэтому, хорошие мои, мы будем рассказывать о его жизни, как он поправляется. А от вас, друзья, мы ждем отклик, что вы останетесь с нами, что будете переживать и радоваться с нами. Сейчас Патрику очень плохо. Сейчас он еще только отходит от наркоза. А все остальное нам только предстоит. И мы обязательно вам об этом расскажем и покажем. Спасибо, мои дорогие. Не пугайтесь, что он так плачет. Ребята, операция очень тяжелая. Пес ее перенес, слава богу. Давайте надеяться на лучшее. Постелено под малышом теплое одеяло. И плюс к этому, ребята, там теплые полы. Так что не переживайте, что пес лежит на полу. Сразу предупреждаю, и чтобы вы не волновались. Повторяю еще раз. Полы с подогревом, пса укутали, лежит он на ватном одеяле. И уход за ним будет хороший. Сейчас под него еще подстелят пеленочку. Первую неделю мальчик вставать не будет. За ним нужен отдельный хороший уход. А реабилитация вообще будет проходить где-то, я думаю, ну, не менее месяца для начала. Страшный перелом, вы видели. Плюс все воспаленное. Мышцы порваны костями. Благослови Бог всех, кто отзовется и отозвался на помощь Патрику. Ребята, спасибо вам огромное. Мы очень на вас рассчитываем. Понимаете, это просто перед нами очередная жизнь. Очередная жизнь, которую мы с вами сейчас спасаем. Таких у нас уже было много. И я хоть не очень этого хочу, но уверена, будет еще столько же. Дал бы только Бог сил. И вас, мои хорошие, нам в друзья. Потому что без вас мы не выживем. И спасибо за то, что вы отозвались. Я просто хочу сказать вам, друзья, спасибо. Спасибо за то, что вы рядом. Доброго здоровья вам всем. Добра и радости вашим семьям. Спасибо, ребят. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы спасаем не только одного Патрика. Мы спасаем кучу малышей. Вывезли малышей в поле и выкинули. Они обзвонили 4 приюта, им везде отказали.
Ребята, малышей в поле мы забрали. Думали, что их 8. Оказалось, 12. Еще четверо сидели чуть в сторонке. Ребята, 12 выброшенных жизней. Куда катится наш мир? Ребята, прошу вас, не уподабливайтесь этим равнодушным. Не засыпайте душой. Ребята, отзовитесь. Будьте людьми. Давайте спасать вместе. Прошу вас. Давайте спасать вместе. Мы же люди.